друзья, вот сейчас я вам покажу, куда приземлился наш RV. Вот он теперь вот здесь будет стоять. Сейчас покажу с той стороны. Вот привезли, он ехал максимум 2 часа, может чуть-чуть больше, чем 2 часа. Есть дорога покороче, мы ехали вот для того, чтобы везти ее, чуть-чуть подлиннее дорога. А? You want to look inside? Oh, we can't get in. Doesn't need. Okay. No, you're not looking. Okay. Yeah. Oh, we can get in the back door if you want to look. No, everything good. Okay. Everything good. Yeah. Much better, because before that area I was a little nervous about, because there's not going to be very many mice here. They're all back there. Okay. Yeah. Вот это наше место, где будет стоять. Вот это наш хозяин. Steven, say hi. Hi. I do for YouTube channel. I have YouTube channel. Okay. I show what is now new area for our RV. Thank you. Какая она красивая, большая. Oh my gosh. You're so beautiful. I'm sorry, I'm afraid you. Yeah, yeah. Oh, man, he's one of those when I was a kid. I'm afraid. He's so good guy. Well, look at him. Look at him. I'm afraid not doing this. Wait, no, 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 no. Ну вот еще раз покажу наше RV. Вот тут вот в округе вот так вот выглядит, где мы будем стоять. Мы очень счастливы. Все, ребята, пожелайте нам удачи. Сейчас вот мы машину свою поставим здесь. И вот с Баби, нашего друга зовут Баби, мы с ним поедем до Сан-Хосе и будем там машину брать в рент. Все, всем пока, еще до встречи с вами на Айманковисе. Подписывайтесь, ребята, я буду очень благодарна вам.